Всем привет! Сегодня я буду апать Джина на 500 кубков. Я его уже апнул на 486. Сказать, что это было сложно, это ничего не сказать. Потому что он очень слабый персонаж по сравнению с другими стрелками. В одиночном шоудауне вообще нет никаких шансов. Ну, может быть, кто-то там его и апнул. Да, но для этого нужно время, терпение. Огромное количество времени. А у меня его нет. Получается, у меня тут забрать Пэм. И хорошо, Тимка добивает. Играю именно в парном шоудауне, именно поэтому. Я до 465 его где-то апнул с рандомами. Ну, играл там с сокланами некоторыми, но это ни к чему не привело. И я все кубки где-то с 400 до 465 поднял именно с рандомами. Так. Ну, а после этого уже позвал Тимку, потому что он отлично играет, и у него нормальные персонажи, нормальные прокачки, более-менее там 6-7 уровня, есть там и выше. Так, и надо добивать тут Джина, опасная ситуация. Ой, хорош, Тимка всех добивает. И вот у нас все отлично получается в этой игре. 8 банок у меня, Динамайк тут еще ошибается. Отлично, ну и все, я думаю, тут победа уже, первое место по-любому. Главное, чтобы нам сейчас робот не помешал. Вот он сейчас будет мешать. Так, я надеюсь, он не на нас сейчас пойдет, робот. Блин, он на нас пошел. А у Тимки ХП нет. Что делать? Опасная ситуация выходит. Надо регениться здесь, сидеть. Отлично. Тимка убивает одного. И можно тут добивать кольта. Отлично, получается победить еще две игры, две победы нужно. Следующая игра, на самом деле мы уже сыграли несколько игр и ушли в ноль, то есть не подняли, не прибавили. Также и осталось кубков 492 у меня на Джине. И поэтому Тимка решил взять Була попробовать. Эх! Вот это да, я думал там Джесси, мне показалось. Да, это была моя серьезная ошибка. Ну, Тимка, живи. Ну, Тимка не умрет, тут просто отстреливается, уже ульту набил, отлично. И уже не пятый, это хорошо. Так, Эль Прима. Эх, и Бул тут на меня вылетает. Я тут ничего не сделаю. О, Тимка отнял робота. У него 4 банки, есть ульта. Ну, хорошо. Так. Не нужно никуда лезть. Отлично. Не надо уходить отсюда. Эх, и Брок у меня убивает с 2 ударов. Вот это да. Там Булл с Прима уже много банок накопили. Даже не знаю, что тут делать. Тут все зависит сейчас от Тимки, потому что меня убивают с 2 ударов. Так, может попробовать притянуть робота? Давайте попробуем. Отлично. Отжали робота. Теперь немного получше ситуация по банкам у нас. Но вот Поко с Броком, видимо, это не понравилось. Давайте... Эх. Хотел притянуть Поко, но не получилось. Печально. Хотел сделать красиво, его притянуть в туман. Все равно у меня банок было немного. Ну ладно. Тимка, давай. Так, Эль Прима с Булом убиваем. Хорошо. Так. Тимка просто замечательно играет. И что, мы тут убиваем робота? Тимка убивает Леона и остается Брок. Все, ему тут конец. Отлично, первое место получается занять. И остается каких-то 2 кубка всего лишь. Да, ну и то есть сейчас нам нужно занять хотя бы второе место, но окей.
Надеюсь, получится это сделать. Потому что мы уже достаточно долго играем. Это будет просто здорово. Апнуть вот такого слабого перса на 500, это будет для меня просто каким-то достижением, честно говоря. Так, что там, Леон и Поко? Ну, сейчас приду. Сейчас только заберу эту банку. Так, можно на самом деле просто поагрессивнее так играть. Так, почти убил Поко. Эх! Эх, он до меня достал как-то. Офигеть. И Тимка тут не успевает. Ну ладно. Ну ладно. Опять где-нибудь посидим там в сторонке. Нам сейчас нужно хотя бы второе место занять. О, отлично. Уже не последние. Вылетаем. Так, Брок с Леоном тут. Как бы они нас не зажали сейчас. Эх, Тимка решил улететь. И его сейчас убьют. Блин, и все очень плохо складывается. Тут Брок. Как мне от него убегать? Там еще какая-то тьма может быть справа. Эх. Ну, короче, мы поиграли еще немного. Слил я Джина на 487, что ли. Потом опять поднял. И сейчас у меня столько же кубков, сколько и было. 498. А, вот, и остается нам занять второе место каким-то образом. Надеюсь, получится это сделать. Френ какой-то наглый. Так, Тимка там стянул робота. Блин, как бы нас не зажали опять. Хорошо, Леон оттягивает, хорош. Леон просто нас спасает. Потому что если бы робот шел за нами, у нас могли бы быть сейчас проблемы. Давайте притяну сейчас этого робота. Отлично, притягиваю. И мы его забираем. Отлично. Классно за Джина притягивать робота. Вот это да. Ульта его просто замечательная. Можно кого-нибудь стянуть, убить. Но его атака это просто ужас. Урон очень слабый. Так, и что тут? Эх. Тимка решил забрать банки и сливается. Да. И мне тут нужно как-то выживать. Не хочется еще играть, не знаю сколько. Возвращать эти кубки. Так, там что, один Леон? Эх, тут робот. Ну почему он здесь появляется? Надо отходить. Надо как можно дальше отойти. Отлично, он пошел не на меня, а Тимка там убил Леона. Хорошо. Так, там кто-то сидит. Это Пэм. Отлично, притягиваю Пэм, убиваю. Да ладно, второе место. Но это уже не важно, тут нас убивают. Второе место, и наконец-то я это сделал. Апнул Джина на 500 кубков, это было очень сложно. Следующим я буду, наверное, апать Эль Прим или Кроум. Спасибо за просмотр, всем пока.